Привет, друзья! С вами бабушка Хейтер. Сегодня будем слушать Жака Либо. Клип называется «Искал, нашел». И мы будем искать и находить. Искал, 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 искал тебя, доверившись судьбе. По следу разных троп искал во сне. Блуждая в дебри темных моих дней. Очень понравилось зимнее дерево, красивое такое. Зимний пейзаж, мне это нравится. Я шел на свет, что вел меня к тебе. Чтобы у тебя найти ответы. Не случайно тебя встретить, чтобы ясным стало небо. И смеялись в доме дети, наполняя души светом. Моя гавань тихая, мой каждый день игра на вылет. Шагал и через ненависть и лесть. А кто-то же погряз в этом весь, не сдал теста. Для меня правда не теряла вес. Пускай они забыли, она есть. Там впереди мой дом и каждый мой день. Меня ведет к нему, как будто новая ступень. Да, я чую веять теплотой родных дней. Стен того места, где сердце не захочет перемен. Искал тебя, доверившись судьбе. По следу разных троп искал во сне. Блуждая в дебрях темных моих дней, я шел на свет, что вел меня к тебе. Искал тебя в борьбе за каждый день, в которой главный враг своя же тень. Нашел тебя в любви. Я шел на свет, что вел меня к тебе. Да, доверившись себе. По следу разных троп искал во сне. Пуздая в дебрях темных моих дней. Я шел на свет, что вел меня к тебе. Искал тебя в борьбе за каждый день, в которой главный враг своя же тень. Нашел тебя в любви и тишине. Я шел на свет, что вел меня к тебе. Смысл такой, что он искал, искал. Чё искал? Он шел на свет. Он искал в жизни какой-то смысл. Ну, не какой-то, а смысл. Какого-то смысла не бывает, а настоящий. Так. В пути встречались ему разные люди.
И вот от них он чего-то набирался. Что-то набирался. Он ушел, он семейный человек, он женат, у него двое детей есть, и жена есть. Но почему-то он ушел искать что-то, что-то. Его, значит, жизнь это, что ли, не устраивала. И теперь он, пока он бродил по свету, он многого испытал, многое видел. Что-то, значит, что-то до него дошло, дума. И он вернулся опять в семью к жене. Его тянуло, ему даже казалось, что он вспоминал зимнее, значит, дерево, все в инии. Ну, степь это, наверное, так я понимаю, она тоже вся в снегу. И встреча под деревом под этим, ему даже, он тянул руки, но это ему все в уме казалось. И он вернулся назад, вечером пришел, свет, говорит, жена и дети навстречу ему выбежали. Он смысл своей, одним словом, жизни нашел. То, что и искал. Что он искал? Самое главное в жизни – это любовь и семья. Вот что человеку надо. Он что искал, то и нашел. Я этот клип поняла так. Этот клип похож на его же клип. Называется «Медина». Там тоже он искал вот эту Медину. Медину или Медину, забыл, как правильно называется. И это что-то такое наподобие. Джакалип – это вечный спутник, путник. Почему-то я путник со спутником путаю. Вечный странник, все время что-то ищет. Но находит. Он молодец, он добивает своего. Вот и все. До свидания, до новых встреч. А, подписывайтесь на мой канал. И комментарии, естественно, шлите. Мне это очень интересно. Я так общаюсь с вами, дорогие мои друзья.